В Москве проходит Всемирный конгресс Международной ассоциации кино и телешкол «Селект». В этом году он внеочередной и проводится в ВГИКе, как дань уважения институту, которому исполнилось 100 лет. У каждой киношколы, киноинститута есть свои особенности. И вот эти по крупинкам особенности, которые могут использовать все с пользой для общего дела, как раз мы и здесь обсуждаем и намечаем какие дальнейшие пути для сотрудничества. В центре внимания встреч в рамках Конгресса обсуждение драматургии и ее сочетание с новыми технологиями. У нас есть много секций, которые посвящаются именно работе режиссера с сюжетом, с историей. Общество и технологии сильно влияют на стиль повествования в кино. В Конгрессе участвуют представители почти 40 стран, более 100 киношкол и университетов, где изучают кинодело. Гости из США, Японии, Канады, Индии, Бразилии и других стран. Режиссеры, операторы, продюсеры и другие мастера кинопроизводства. Повестки дня – изменение кинопроизводства под влиянием мобильных технологий. Простой фокус-покус. Вот мы с вами разговариваем. Достаю из кармана телефон, причем я себе несколько лет назад сказал, я сниму на телефон, но подумал, я оговорился или надо врачей вызывать. А сейчас довольно обыкновенное дело, и фильмы сняты, ну, вот на iPhone, уже на фестивалях, у меня даже сейчас студент победил даже выборы с фильмом, снятым на iPhone. И это принципиальный момент, потому что если раньше это нужно было, техногруппа, аппаратура, вот это сама по себе канительная организация, то сейчас талантливый человек действительно достанет из кармана телефон и снимет очень хорошее кино.